Меня? Да, он даже на улице медленно ехать. Так посмотрите на дорожное полотно. Я не знал, что нельзя медленно ехать. А что? Не, все в порядке пока. Все в порядке. Прослушал регистрацию. Регистрация чего? Регистрация чего? У вас ничего не случилось? Я думал, может быть, помощь нужна вам. Ну, вы остановили меня. Прапорщик Кузина, фамилия Гаилковость. Очень приятно. Причина остановки. Причина остановки, пожалуйста. Решение права гражданина. А, как вы? Сегодня безопасности. Ага. Пассажир, да. Пассажир не пользуется? Да. Отстегнулся. Зачем ты отстегнулся? Не знаю, на камеру достал. Давайте будем наказывать. Что говорите? Давайте будем наказывать. Он только отстегнулся. Что? Что сейчас есть? Можно отстегнуться? Да, пожалуйста. Спасибо. Так что же теперь делать будем? Нет, документы-то на месте. Что говорите? Документы на месте. Ну, я, в принципе, не просил, но ладно, раз уж показывает. Ну, это... Корсун Михаил Владимирович. Вот, фотография похожа, все и хорошо. Вы своими правами, если у вас... А, и чтобы я своими правами мог воспользоваться? Да. То есть, если бы вы не показали, то я не мог бы воспользоваться. Да нет, ну, я просто прекрасно понимаю. Это мне это покажете? Конечно, покажу право, товарищ пропорщик. Можно причину остановки назвать? Я же уже сказал вам. Нарушение правил дорожного движения. 2-3 будут правила. А, так давайте посмотрим и составим протокол. Ну, инспектор вправе сам принимать решение. Что... Давайте просто посмотрим. Вы не говорите, что делать, составлять, не составлять. Он на месте принимает решение. Сейчас. Хорошо, ну давайте тогда просто посмотрим, и вы уже тогда примете решение. Что говорите? Просто посмотрим, а вы примете решение потом. Что посмотрим? Нарушение мое. Вы документы будете предъявлять? Конечно же буду. Пожалуйста, предъявите. Инспектор, да вы, наверное, меня не слышите. Я вас прошу, прошу от вас законное основание для остановки. Вы говорите нарушение, не пристегнут. Я прошу, пожалуйста, покажите мне это нарушение. И в отношении меня поступите согласно закону. Я хочу воспользоваться своими правами согласно 268 статье. А я хочу воспользоваться 268 статьей. А протокол вы не хотите составлять? На основании чего? Вы мне показали документы? А на основании чего я вам покажу документы? Я вам сказал, на основании нарушения ваших карат. Я вас остановил, нарушение сказал вам. То есть так вы можете любого остановить, предъявить какое-то... А не любого, конкретно я же сказал. Не любого? Нарушение правил дорожного движения. А чего вы меня остановили? Для вас красные номера как тряпка для быка? Это же истинная причина, правильно? Красные номера. Нет. Ну давайте свидетеля. Давайте свидетеля. Инспектор, а вы не могли бы приблизиться и выдох сделать в нашу сторону? Что говорите? Выдох в нашу сторону сделать. Запах алкоголя. Что? А запах алкоголя. У меня очень большая чувствительность. Так у вас чувствительность. В чем? Что вы думаете, если Ну вы не могли бы это на мою просьбу? Это не приказ, это просьба. Просьба? Да не, мужчина, у нас на работе проверяют за ним. Ну вы отклоняете мою просьбу. От чего? Ну выдох сделать в мою сторону. Ваш? Да. Вы сильно это хотите? Ну я прошу просто вас. Выходите с машины, я вам это сделаю. Нажми камеру. Да я стал.
ней, так, чтобы они упорядок. Да? Так, пока я, в принципе, да, не задерживаю. Так что же будем делать? Ваши все просьбы уже выполнили на все суды. Да ничего не делать. Документы покажете и поедете дальше. А вы договаривались о чем-то? Нет. Нет, просьба, я понял. Вы поймите, я просто, ну, просто не могу вам показать документы не на законных основаниях. На законных основаниях. Данная модель в ориентировке. А, уже теперь вот данная модель в ориентировке? Да, есть, существует, да. А по алфавиту вы еще какие буквы знаете? Если же начать, позвоните, вы знаете. А почему вы сразу тогда не сказали об этом? Да вы что, я вам сказал, почему я сказал. Дело дальше вести, время держать. У меня времени достаточно. То же самое. Да? Отлично. Давайте какую-то причину выберем. Сразу вы сказали, сразу вы вообще ничего не сказали. Вы давайте не выдумывайте, вам сразу сказали. Что? Если вам какие-то причины еще надо, можете мне написать. Сказали нарушение. Нарушение, ориентировки. Номера красные, да, и теперь машина в ориентировке. Ориентировка. То есть под, вы остановили по всем трем причинам. Да, А есть и каподозра, думаю? Инспектор, есть? Я вам три причины сказал, что вам еще? Четвертый еще. Еще кто? Четвертый. А четвертую можете сказать? Что? Четвертую сказать. Ну, для парного счета. Вы хотите просто диалог вести? Хотите? Можно мы поедем просто? Вы говорите? Просто поедем. Нет, просто я вас не отпущу. Извините, а чего? Техпаспорт, я же вам подсказал. Вы не взяете с собой техпаспорт сегодня. Техпаспорт я возил 2 года, потом выложил. Двух понятый. Давайте тогда дальше, как инструкция подсказывает вам действовать. Ну, вы же не можете посмотреть у меня документы. Я же говорю, что я хочу на законных основаниях. Законные основания вы можете обжаловать мои незаконные действия. А вы можете обжаловать мои. Это же уже я. Время предъявления правилами не установлено. Да, ну хорошо. Ну давайте. А, то есть нужно еще подождать, вдруг я созрею. Так получается? Честно говоря, подождать надо, конечно. Ну подождем. Созреете, идите с нами, да? Обязательно. Передавать на законных основаниях я вас прошу. Ну, если вы считаете, что это законные основания, то что вы дальше делать? Я считаю, что незаконно. Я же вам сказал, обжалуйте мои действия, если вы... Я вам тоже сказал, мои тоже можете обжаловать. Да, хорошо. Здравствуйте, водитель. Вы будете предъявлять документы, вы здесь удостоверение, связано арест. Совершенно верно, буду на законных основаниях. Законные основания вам уже были сказаны.
подтверждение. Ну и будете предъявлять, еще раз я спрашиваю. Будьте добры, тогда подтвердите, если там кто-то был не пристегнут или что вы меняете. Подтвердите, я вам покажу документы. Ориентировки машины, транзитные номера, там еще не знаю. Вы будете предъявлять документы? Я буду предъявлять документы. То есть ИМАО разводит, водитель не предоставляет документы. Дальше. Мозги не соображают дальше. Понятых уже опросили, что делать дальше. И что до сих пор сидят. Скажи, что вызвали следственную оперативную группу. Сейчас придет, скажет. Да-да-да, мы уже знаем. Так, сейчас подойдет, скажет. Следственную оперативную группу вызвали. Спорим? Спорим. Саня, спорим? На что спорим? Что сейчас следственное оперативно, подожди еще. Короче, ребята, сейчас эта тема идет. Сейчас он придет, скажет, так, мы вызвали следственную оперативную группу, сейчас вас выволокут отсюда. Сейчас приедут, выволокут и... И протокол. И протокол, и все-таки узнают, как он там называется. Анализ мочи? В общем, установят личность. А ну, как насчет спора? Поворачивайся. Ну, ребята, смотрим, угадали или нет. Водитель, я вас предупреждал. Согласно пункту 2.4 правил дорожного движения. Да, я знаю. Вы обязаны. Я знаю, да. У вас будет составлен спортивный протокол по статье 126, часть 1. Вы знаете? Да. Ожидательная группа выехала. Группа уже выехала. Группа уже выехала. А да. Какая выехала? Пройдила вроде. А группу быстрого реагирования вы вызвали? Так точно, да. Вызвали, да? Потому что очень медленно реагируете. Уже давно вызвал. Да. Еще как да, до свидетеля. Хорошо, спасибо, ожидаю. Угадали. Да. Ну и вы не нарушайте инспектор. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.